Бегом марш! Служба в МЧС не каждому по плечу. Это дело смелых и мужественных людей, преданных долгу и профессии. Путь к призванию у каждого свой, и первым ответственным шагом на нем становится торжественное принесение присяги. Присягаю на верность Республике Беларусь и ее народу. Клянусь свято соблюдать Конституцию и законодательство Республики Беларусь, выполнять уставы и приказы начальников. Высоко нести честь и достоинство работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. 58 новобранцев в свой профессиональный праздник День спасателя поклялись быть верными выбранному призванию, долгу родине и белорусскому народу. Эти слова по-особому звучат на священной земле Брестской крепости в присутствии родных и близких, ветеранов подразделений и руководителей. На этой священной Брестской земле слова клятвы, присяги наших работников приобретают особый смысл. В этот праздничный день, в день спасателя, в день крещения Господня, я хочу поздравить наших работников, коллег, ветеранов, ну и всех присутствующих. И пожелать в первую очередь здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Призвание спасателей – приходить на помощь к людям, попавшим в беду, рискуя собственной жизнью. И каждый из них добровольно взял на себя высокую ответственность за выполнение служебного долга. Профессия спасателя пожарного – это профессия для настоящих мужчин, поэтому я ее выбрал. Этот день для меня очень важен, для моих родителей, для всех, кто принял присягу сегодня. И я его запомню на всю жизнь. День присяги для нас – это торжественный день. В котором мы клянемся, присягаем к нашей профессии. Для каждого из нас, конечно же, эти слова очень важны, так как мы их произносим один раз в своей жизни. Из года в год сотрудники Брестского областного управления МЧС гордо несут свою миссию, выполняя поставленные задачи на самом высоком уровне. А все потому, что в одну из самых важных и опасных в мире профессий, которая требует не только знаний и навыков, но и высоких моральных качеств, по зову души и призванию приходят избранные. Те, кто остаются верными словам присяги на всю оставшуюся жизнь. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.